А рецепт на сегодня такой. Хорошим средством при цистите и от цистита является кора осины. То есть молоденькая кора осины с молоденьких деревьев. Ну, если она такими кусочками, довольно большими, к вам попала, то желательно измельчить. Очень-очень грубая фракция. Значит, берем 1 столовую ложку, набираем осиновой коры, кладем ее в маленькую глубокую тарелочку, и тарелочку, вернее, наливаем туда, в эту тарелочку глубокую, 2 стакана воды, ставим в большую кастрюльку и на водяной бане начинаем нагревать до кипения. То есть водяную баню начинаем нагревать до кипения и кипятим. За это время немножечко воды испарится, доливаем чистую фильтрованную воду, чтобы было столько же, как мы вначале наливали. Вытягиваем осторожно нашу мисочку, накрываем ее, и все это немножечко еще настаивается, где-то с полчаса. Потом это все фильтруем. Раствор каждый день должен быть свежий. Вот этого состава как раз 2 стакана на весь день. 4 раза в день пьем примерно, ну, по сколько там получилось, по 100 мл. До еды пьем по 100 мл. Пьем как минимум 2 недели. Уже через некоторое время рези прекратятся частые позывы и так далее. Но мы пьем дальше, чтобы закрепить эффект. Идеально в это время воспользоваться еще каким-то моим рецептом. Ну, если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня служат ваши лайки, ваши комментарии, ваши спасибки в комментариях, а также, если вы поделитесь данным видео со своими друзьями, пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале, и встретимся еще!